Барановскую сняли целующийся солистов Иванушек. Телеведущая Юлия Барановская и солист группы Иванушки Интернешнл Кирилл Туриченко целовались на дне рождения продюсера Артема Сорокина. Об этом сообщает Супер. По данным издания, в караоке-клубе «Синематограф», где проходило празднование дня рождения, Барановская и Туриченко сели за один стол и весь вечер смеялись и периодически целовались. На видео, которое привело издание, пара целуется, сидя рядом на диванчике. Ранее Юлия Барановская в Instagram опровергла слухи о своей свадьбе с Александром Телесовым, подчеркнув, что их связывают дружеские отношения. Телеведущий также приписывался роман с мужем Аллы Пугачевой, юмористом Максимом Галкиным. Поводом для слухов стало видео, опубликованное актером Дмитрием Нагиевым. На ролике Барановская сидит у Галкина на плече. Сама телеведущая назвала слухи об отношениях с Галкиным абсурдом.